Больше 700 зрителей поучаствовали в кинофестивале «Кинодворик-2020». Он стартовал в августе этого года и был приурочен ко Дню российского кино. С конца августа было проведено 10 киновечеров. Один из последних показов прошел в жилом комплексе «Зенит». На просмотр сказки «Королевство кривых зеркал» собрались юные зрители со своими родителями, а к ним с удовольствием присоединились и представители старшего поколения.